Накануне в Тамбове дали старт отопительному сезону. Пока тепло пришло в социальные учреждения города. В первую очередь теплоноситель подается тем, кто подал заявку. Это 32 учебных заведения, 11 медицинских учреждений и 60 детских садов. С установившейся прохладной погодой за окном в детском саду «Изумрудный город» становилось прохладно, а малышей во время сончаса приходилось одевать в теплые пижамы. Теперь в помещении значительно потеплело. В утренние часы и за выходные здание детского сада остывает. И, конечно, мы вместе с нашими малышами ожидали, что детский сад начнут топить, и комфортная обстановка по тепловому режиму, она, конечно, улучшится. Школа номер 31 тоже в числе первых, куда пришло тепло. Если в коридорах и классах учебного заведения еще терпимо, то в столовой до пуска отопления приходилось согреваться горячим чаем. Школа старая, 50 лет, отопление давно не менялось, батареи все старые. В этом году летом заменили отопление, новые батареи, новые радиаторы. Отопление уже пошло, тепленькое, вообще отлично. По данным администрации Тамбова, на сегодняшний день тепло подано в 18 школ, 37 детских садов и 4 медучреждения города. Сейчас власти города решают вопрос о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Учитывают и среднесуточную температуру, которая в течение 5 дней не должна быть более 8 градусов. Мы в течение ближайших нескольких дней будем внимательно смотреть за изменением погоды. Будем учитывать и обращения горожан, тех, кто иногда настаивает на более раннем включении отопления. При этом я все-таки сторонник того, чтобы мы учитывали объективные факторы, учитывали погоду и минимизировали возможные риски, связанные с оплатой коммунальных услуг, в том случае, когда отопление будет включено раньше нормативных сроков. В целом, как сообщил Максим Косенков, город готов к тому, чтобы начать отопительный сезон для всех объектов, в том числе и для многоквартирных домов. Олеся Павлова, Александр Щеднов, «Область новостей».